Приехал в новый магазин. Открылся у нас новый магазинчик. Вот. Вот я приехал. По воде ехал, по морю ехал. Так, открылся новый магазин, и я хочу посмотреть, что здесь открылся за магазин, хоть и сказали жители. Кстати, где все рекоптеры, что, раскупили, что ли? Да, только один остался. Так, цена 78 рублей. Нормально. Это, 78 изумрудов у меня есть. Ну, конечно, моя зарплата большая, но все равно я потратить не все. Я еду буду еще покупать. А вот еще ряку добр. Разлетели, что ли? О, велик 23. Что так дорого? Я же продаю им подешевле. На 15 продаю вообще-то, а не 23. А я уже забрал. А, вот. 7. 89, 12, здесь 4. Я могу дождь отключить. Это очень важно. Сейчас как молния шедарахнет сюда. Угу, так шедарахнул сюда, все предметы сгорели и компьютеры. Я больше такого не хочу допустить. Ну, конечно, я сюда заходил, ну, посмотреть. Я испугался и ушел. Так, батут сколько стоит? 12. Так, ну, давай купим. О, рояль. 4? Дешево-дешево. Поиграть можно. Угу, поиграть. Так я не умею. О, смотри, что это? Так, сейчас мы возьмем что-то. Так, что я хотел бы здесь купить? Давай одну компьютерную вещь купим. Мне она нужна, чтобы поиграть. Зарплата у меня хорошая же. Ой-ой-ой, зачем я это сделал? Не будем две штуки брать. Так. Ложим сюда. Дверь. Кстати, когда я заводы строю, у меня есть же такая дверь. Понятно, не буду покупать. Сам себя могу купить. Рояль. Давай рояль купим. Две штуки. Нет, зачем? Одну давай купим. Вот. Все. Так, давай-ка я хотела посмотреть, что за магазин открыли вместе. О, давай вот это. Купим. Сколько оно стоит, я не знаю. Так, не мои ресы. Одну штуку тоже. Кстати, а вот для собаки 60. Почему по 60 сюда привезли, я не знаю. Ну, открылся. Здесь, говорят, торговый центр будет. Но я не знаю вообще пока, что за торговый центр будет. У меня пока собаки нет, да я куплю. Здесь, сказали, торговый центр все будет продавать. Качели. Давайте хоть посмотрим. О, май. Ну, здесь... Это палатка хорошая. Кстати, я что-то сломал. Так, ничего здесь не сломал. Так, вы ничего не слышали, я ничего не ломал. О, два светильника, что ли? Нет. Сколько стоит? 3. Конечно, я такие могу сделать. Но, ну, что-то сделать. Я покупаю по дешевке. И за 11 минут. А здесь сколько продают? Можно купить. Я могу купить даже за 1 где-то, а здесь за 3. Называется магазин. О, 60. Это что, я оставил? Ой. Скажите, это не моё или моё? Так, давай батут возьмем, попрыгаем. А те мои предметы, которые я там дома украшал, я их потерял. И направо. Я их там нечаянно где-то потерял. Магазин не мои предметы, их здесь красивее их. Так, давай шкаф возьмем и это. Давай 64 таких возьмем, знаю, плохо.
Нет, давай не, это был перебор мне. Так, тоже одну штуку нужно взять шкафов. Зачем мне так много шкафов будет? Мне одного шкафа и хватит. Так, вот сюда. Кто магазин скажет, что я не расковочек? Конечно, я. Так, что еще взять мне? Давай светильник возьмем и все. И коронавку не будем брать. Потому что и так у меня денег мало. Давай в следующий раз наберем. Давай тоже 16 светильников возьмем. Вот не сделай ничего неудобно. Говорится так, здесь кассира нету, но чтобы мне придется. Если я не оплачу заказ. Так, вот 48. Ну все, пошли уже мы. Я вам просто... Так, а можно здесь лечь спать? А, можно здесь спать. Ну я в будке посплю, в магазине. Сейчас магазин закрылся. Магазин закрылся. Спокойной ночи. Блин, ночевка в магазине была не очень хорошая идея. Так. Так, ну я все пошел. Здесь ничего интересного где-то покупать. 89. Блин, надо еще стульчик себе купить. Ладно, все, я пошел отсюда. Ой, я нечаянно цену сбил. Ну, это мы не скажем. Может, велик купить? Не знаю, велик брать. Ну, не, дорого, я лучше у себя возьму. Мне и так много... Вот, телевизор можно взять. Не, зачем мне... Я ничего не ломаю. О, 23. Дорого. Смотри, здесь модели. Это какая модель? 45 изумрудов стоит. А это какая, сколько модель стоит? Так, вот это, наверное, самая последняя и вторая где-то модель. Должна быть. А, вот они. 34. Ну, я самую дорогую хочу взять. Модель. Так, ноутбуки. Модель 123. Так, магазин хотят захватить. Так, а что здесь ракоптеры делают? Лети. Это не я был. Так, магазинчик. Здесь никто это не видел. Зомби, ты не свидетель, если что. Так, где здесь вот это кресло? Надо кресло нам взять синенькое. Много кресел. Так, а вы свидетели? Вы свидетели. Ну, ладно, скажем, что это не я был там. Может, зомби прошел, ну, не знаю. Нечаянно он тоже зомби сделал. Что-то зависло. А, нет. Обучение включилось. Как покупать магазин, что ли? Так, где здесь эта модель? Это самая дорогая. Не, давай я аэрокоптер возьмем с собой другую модель. А, вот она. Давай прямо возьмем за 80. Какие-то раскупленные. Да, может, и дорогие. Так, одну возьмем. Так. А, еще компьютер хотел. Вот. Так, ну давай вместе выбирать. Блин, зачем я это сделаю? Угу, так, ну так, все, хватит уже все набирать, то сейчас денег не хватит, да, все это. Так, ничего не будем красть здесь, в магазине. Так, я хотела показать магазин. В какой серии мне построить заводик? Так, здесь кассир, да? А, здесь рассчитываться нужно. Так, расчет. Где-то расчет должен быть. Вот здесь расчет. Так, я смогу выйти. Так. А че я не могу?
я не могу выйти. Ну, значит, бежи. А, не вижу от завода. Так, ну, зомби, а я к тебе могу? Угу. Ладно, придется оплачивать. А сколько там за мной до... Ай. Ладно, посчитаем. Где-то 400 ко мне надо отдать. Так, 400. Раз, два, три, четыре. Ищу чуть-чуть заблудиков. И 21. Ой. Ну это всю эту ерунду. Я просто еще дороже компьютер взял, который еще не продается 200. Так, где здесь все? И что здесь по стаку не взял? Так, все, я на свободу я пошел. Ура, я выкупил. Что я купил вообще? Давай хоть посмотрим, что и мы купили за такие огромные суммы. Так, ну самое дорогое, это, ну не знаю, меч. Ой, дождь. Не, ну, не знаю. Вот и все. Меня молния ударила и все пропало. Ёкар, ну не так. Что? Нет, так не, что сейчас случилось? Что сейчас было? О, что? Магазин взорвался! Я эту молнию просто не даю. Сейчас молния ударила в меня. Сердечко стояло, охренеть. Вот почему я дождь не даю. Это самая худшая погода в мире. Майнкрафт не могу. Мешалка продается. Не знаю, сколько цена? Помогите! Есть торговый центр, а не огни. Не знаю, это не я был. А как я теперь вещи куплю остальные? Теперь все. Уходим. Ну, я еще без велика остался. Ладно, торговый центр меняем. Поехали на этом. Сейчас поехали. Так, это мои, это тоже мой приборчик. Конечно, это не мой, но не важно. Ладно, поехали. Ладно, давай в следующей серии что-то рассмотрим. У меня дома просто нету. Конечно, есть, но давай ресы положим, которые я купил. Вот сундуки мои. Из завода принес. Так, да, где мы будем ресурс хранить? Так, давай здесь будем хранить. Тихо всем. Так, сейчас мы ее положим. И потом когда-то расставим в следующей серии. Так, ну, а, можно завод же поставить, зачем я купил их. Чтобы баловаться. Ну вот и все. Минус один изумруд потратим. Кстати, их нельзя сломать. Расскажу, как их нельзя сломать. Вот, смотрите. Нельзя сломать их. В общем, это что-то дешевое. Ну ладно, я пошел лучше магазин обустрою. Да что здесь творится хоть? Вы что, издеваетесь? Я пошел здесь издеваюсь, здесь летают. Вот. В общем,
Лучше магазина обустроить. Давайте на следующей серии. Я, если обустрою магазин, мне может дать ноутбук бесплатный. Все, все, пока. Всем пока-пока. Сейчас, ай-яй-яй, помогите!